цыплята брекет и немного домашней птицы. 1 месяц и 10 дней. Голубой доминант, курочка. А может, петушок. Бывает так долго курочки, курочки, а потом раз, и петушок оказался. Брекели своеобразные птицы. Они пьют не так, как все. Все набирают и пьют желобочек, а они как будто клюют воду. И очень сильно разбрызгивает ее. Молоденькими они похожи на цесарят. Мироуканочка затесалась. Для пасмурного февраля окошечко как нельзя кстати. Дневной свет помогает им расти. С зеленью, с пророщенным овсом, с мешенками, с твердыми пшеничными отходами. Цыплята хорошо растут, выклевывают травинки из сена и растут. К весне уже будет полноценная птица.